Үмүт үтөгүнөн күндө көрөчүлөр бит эхиге бужук ускай берини көрөгөт. Бүгүнкү тахары бүтүгар Сардана фабрикага улжтыкпыт. Ну, фабрика Сардана создана уже более 50 лет тому назад. И за это время, конечно, было несколько директоров. Ну, для такого времени, конечно, не так уж много. Первым директором был Всеволод Иванович Суденцов. Фабрика была создана в 69 году. Вот, представляете, такое время было. В старом здании. Коллектив был молодой, неопытный. Всеволод Иванович был супругом Розинской Полины, которая была пианисткой у нас известной в республике очень. Это была дружная семья. Они всю душу вложили в создание этой фабрики. Всеволод Иванович участник войны был. Это был первый директор. После него еще было несколько директоров, но самое долгое время проработал здесь директором Спиридонов Иван Петрович. Он работал с 1986 года по 2002 год. Вот это время, расцвет фабрики Сардана, создание большого коллектива. Здесь работали всегда, в основном, конечно, женщины. Это женский труд, это работа, которая... как бы сказать, ну, для души женщины, да, тем более для развития национальной такой вот одежды наша фабрика, хотя была вначале сувенирная, так называлась сувенирная фабрика Сардана, но со временем она стала на национальную одежду, шитунты, тарбаза, национальные жилеты, платья. Кстати, вот первый цех, который был в начале 90-х годов, фабрика Сардана была одним из первых у основных даже участников. Мы участвовали в параде. Все наши мастера шили национальные костюмы, платья. В нашем коллективе вот работали такие женщины, в общем-то, знаменитые в своих улусах и в республике, наверное, Явловская Татьяна Макаровна, мастер своего дела, она почетный гражданин своего улуса. Сивцева Матрёна Гавриловна. Сивцева Матрёна Гавриловна была бригадиром, первым бригадиром камусного цеха. Камусный цех назывался «Кискил», название у него было такое. Матрёна Гавриловна там работала, наверное, порядка 45-50 женщин. Ручной труд был, они все унты шили вручную. И вот Матрёна Гавриловна первая создала эти беля. Она их как бы нарисовала, воплотила в жизнь. Ну, у нас же работали девочки с Торжка. Они закончили Торжокское училище, вышивка, золотошвейки были. Вот они вышивали беля бисером, ниткой цветной тоже тогда же еще вышивали. И они воплотили вот эти идеи, и такие там названия этим беля дали, типа «Топтал», там, там «Ручеек», про реку Лену были такие названия у беля. Это были очень красивые такие изделия. Матрёны Гавриловны сейчас, конечно же, нет. Тогда очень дружный, ну и сейчас у нас, кстати, очень дружный коллектив. И раньше был дружный коллектив, там работали женщины. Работала в свое время бригадиром и мастером труда, мастером цеха. К нам, кстати, пришла мастером работать Татьяна Павловна Федорова. Она пришла работать. Раньше была как комитет партии, городского комитета партии. Она пришла работать мастером уже в таком возрасте. И вот она возглавила вот этот коллектив. И тогда производительность труда очень тоже повысилась. И начали шить унты, ну, совершенно какого-то другого качества. Еще у нас был цех головных уборов очень большой. Там работало порядка 30 женщин. Макарова Мария Николаевна вот работала, возглавляла этот цех. Маркова Татьяна Федоровна, она супруга Маркова Федора Ивановича. Федор Иванович тоже у нас работал косторезом. Но вот, к сожалению, сейчас у нас нет косторезного цеха. А в то время очень большой был цех. Все вот, очень многие мастера оттуда вышли с косторезного цеха. Они проработали в молодости, конечно, все почти здесь проработали на фабрике. Ну, как бы получили старшецовый шаг отсюда. Ювелирный цех был очень большой. Делали из мельхиора такие нагрудные украшения, которые сейчас, кстати, на китайском этом продают. Да, мы начинали делать из мельхиора, и это был очень сложный ручной труд. Только вручную это вот можно было сделать. Фабрика тыгынча 1969 жылдан сагаланмыта. Үлелен, үлетин. Студенцов Всеволод Иванович, который терьян салавда.
бастан трелден лиригер была на фабрике то бухит на халан лидер. Сувенирный кратерил то бухит на. Хеттон хеттеки хилях количество то. Он тон была на тенча то бу здание бастаки пристроивала на тенча то усюсят тон то слака тутулу то. Он уже Захаров Рафаил Иванович Тенкий. Терьен, бо и кетестах тут тагади, основное здание вот. Он тон был дальше улилир битигер Иван Петрович Спиридонов, тенча то учился у Антюет Салтан Хаглан улявита, кине улилиригер был на үш крыло эбилдер производствен. Он надеял он на улан Антюет цех арыллар, кине улилирин сагана. Швейный цех, сувенирный, а сувенирный это там бар была, касторезный, керамический, он на домник цех тарден, теренен, улелиллер. Семейные традиции есть, у нас работает, работали и работают сейчас Кожин Сергей и Кожина Варвара, это дети Кожина Петра Иннокентьевича и Марианны. В свое время Петр Иннокентьевич у нас работал обувщиком, он был мастер обувного цеха, а потом перешел в магазин, это был лучший наш продавец нашего магазина, сейчас человек на заслуженном отдыхе, его дело продолжают его дети. У нас еще работала такая была семья Халымарова Матрёна Иннокентьевна и Гаврил Гаврилович. Матрёна Иннокентьевна сейчас отдыхает, ихняя дочка работала у нас туяр-сувенирщицей. Вот сейчас современный коллектив, конечно, уже моложе стал, пришли новые специалисты. Вот у нас работают выпускники Питерского университета Старостина Александра Геннадьевна. Уже лет больше 10 лет работает. И Ярослава Васильевна тоже она сейчас. Она тоже питерский закончила. Она наш дизайнер. Она делает дизайн вышивок на торбозае, на кожаной обувь на компьютере, потому что сейчас другое время, все компьютеризировано, у нас же несколько машин стоят, которые вышивают, компьютерную обработку делают. И там нужно программу делать, там она просто не вышивает, поэтому вот Ярослава у нас занимается этим вопросом. Шабасоева Альбина Петровна у нас работает, она Улан-Удэнске закончила, обувной технолог. Ну, вообще нужно сказать, что кадров у нас не хватает именно швей. Почему-то есть выпуск, выпускники работать. Есть, конечно, у нас есть работники, но как-то хотелось бы, чтобы еще пришла молодежь к нам на работу. Томская Лена Радимировна работает, она тоже выпускник этого училища технологии дизайна. У нас сейчас там учатся специалисты головного цеха, должны прийти к нам на работу. Мы как бы направили туда учиться двух девушек молодых тоже. Кстати, одна из них внучка нашего старого работника, возможно, придет к нам работать. Мы будем очень рады. Андрея Варвара Семеновна, китагинча тюэцилттан улэлян сагалыр. Кине улэлян халавдын кентен фабрика офсайнан автоматизация да дек улэни судругатахын киддагаде саңа оборудование бауты тарилден киллерен улэ пиппит икки тихинча хэтта тоғысылларгаде алтта головкалахтан ағыз головкалах онна 12 головкалах вышавальны масыналары Германияттан заказтан ағылан ете улэтан сағалағыпыт онна икки тихинча 17 лаққа цех выделки дене саңардан Китайтан оборудование галан сюргитунен үллән хага үлләтәк бетте. Биһәк билген 3 метр сыктак бет. Иккеһенән булагына вышивальный тигер, унтуны тигер сык, улларагын атактаңы 4 сык бу булагына бергеһе уны шуба сыктары билген үлләли туралар. Билеңи биремә кылыбра бастан үллән сагылып бетер 15 кеһе булагына Хеттен хетте киһи болгана билеген, диета ме хеттен хетте киһиге хеттен келип чыгып. Хеттен хетте келелер хав. Когда как 300-700 улилитр дагы свое время агонысыларга. Ну так как фабрика является все-таки передовой и очень многие знают нашу фабрику, то очень большое внимание, конечно, руководство фабрики и конкретно Варвара Семеновна, директор наш, Андрей Варвара Семеновна, она человек с очень большими идеями,
как бы сказать, новое дыхание в нашу фабрику ввела. С 2004 года она работает директором у нас. И вот ее идея, вот унты, которые у нас со съемным называются «Бакаяда», со съемным беля, это вообще была только идея Варвары Семеновны. Она как бы с Александрой Старостиной, с Ярославой Васильевной, они вот разработали и ввели вот эту, вот сейчас эти унты называют, ну, «Бакаяда», я сказала, называется. И вообще все лекала, все вот эти рисунки придумывают совместно с директором, совместно с технологами, дизайнером с Ярославой Васильевной, с Александрой Геннадьевной. Варвара Семеновна, конечно, очень большой вклад в направление этих унты, которые у нас называются «Саяна». Эта модель вообще была создана... Сейчас же, знаете, такое направление, все одевают такие теплые, утепленные комбинезоны, и не всякие унты туда можно одеть же, да? Поэтому вот эта модель «Саяна», она была короткая, у нее верх такой норка украшенный, была создана для того, чтобы вот как бы одевать повседневно с такой вот одеждой. Но сейчас ее одевают все, и она подошла для женщин с полными икрами очень хорошо. Это такая самая востребованная наша модель «Саяна», удачная вообще. И сейчас вообще разных много. Долгунча, вот хорошая модель, тоже хорошо идет. И торбоза вот у нас были, кстати, очень хорошая модель, называлась «Ставка». Она вышитая, она с бисером и сукном комбинированная. Очень хорошая модель, тоже подошла. Люди для каждодневной носки очень ее хорошо берут и хорошо покупают. Вообще все модели у нас, конечно, вначале образцы готовятся технологами, дизайнерами, утверждается руководством фабрики, а потом уже только идет на поток, уже ставят такие изделия. И вот мы самые первые начали тоже шить эту корону. Это очень высокая беля такая, высокие унты. Ну, сейчас очень многие уже шьют, конечно, ее, но вообще начинали там мы ее шить, конечно, эту корону. Отделана она норкой. Ну, а картина, ну, само беля, картина, конечно, может быть разная сейчас очень. И, ну, вот я хочу сказать, что наши изделия отличают как бы выдержанный тон, не очень яркий бисер. Ну, все в национальном стиле, потому что наш, ну, вообще наш народ, народ саха, не любит такие красные, желтые, кричащие тона, да? У нас все такие пастельные тона, цвет земли, цвет травы. Ну, цвет такой неба, и даже, может, не очень голубой, но такой неяркий. И всегда наши художники этого стараются поддерживать. И сейчас тоже, и раньше тоже так же поддерживали. Сейчас тоже нет у нас таких. И самое главное, наш же лозунг такой, только качественные изделия. Мы стараемся выпускать. И на рабочих на процессе настраиваем, и мастеров всех, и технологов, что у нас на первом месте мы будем жить и будем работать, если у нас будет качественная продукция, только качество. Мы, конечно же, все знаем, что живем на севере, это у нас очень суровая зима, и всегда непредсказуемые были теплые зимы, но в последние годы стали очень холодные зимы. Нынче была очень особенно холодная зима, да, 50 градусов держалась больше. Поэтому наша обувь, конечно, спасает и согревает в это время. Наш лозунг тоже: с нами теплее, с нами тепло, с фабрикой Сардана будет всегда тепло. Ну, еще почему, да, у нас, потому что олени, камус, они вообще сами по себе теплые, но мы используем же... Самое главное в этом деле еще тоже подошва имеет значение. У нас натуральный войлок из шерсти, поэтому оно держит очень тепло. Даже до минус 60 можно носить наши унты, и будет тепло. Зима у нас длинная, но когда-то заканчивается, наступают весенние времена, нужно как-то сохранить. Унты ведь тоже не дешевые, их и в городских квартирах может и моль, и там как-то может что-то пробежать на них, да, поэтому унты мы храним, ну, вот лично я, как дома, я, чтобы форму сохранить, мы вовнутрь, конечно, ну, какие-то газеты можно там использовать, или сейчас под носки такие специальные продаются, да, нужно их, конечно, почистить, привести в порядок,
самый хороший лайфхак – это походить по глубокому снегу. Съездить на Ленские столбы и почистить их там, да? А еще, и, ну, можно в коробочку положить, можно антимольные. Но самое главное, что можно сдать в наш холодильник меховой. И мы за не очень-то большие деньги принимаем на хранение ваши унты будут. В холодильнике хранится до 1 ноября, до всех заморозков. Да? Ну вот уже начинаем прием сейчас. И также мы принимаем шубы на хранение. И свои унты можете стать. Головные уборы тоже принимаем на хранение. Можно сказать, что мы в постоянной поиске или в разработке каких-то таких новых изделий. Александра Геннадьевна сейчас. В общем, будет какая-то новая модель, конечно, разрабатывают. Мы сейчас... На унты и на торбоза тоже. Сейчас мы закупаем новое оборудование. Ну, хотим, чтобы что-то было новое. Будут новые модели. Будут. Ну, пока в стадии разработки. Да, у нас даже нехватка. Вот у нас в зимнее время раскупают, конечно, унты. У нас даже не хватает. У нас бывает, что у нас... Мы только вот из цеха поступают изделия, особенно это в декабре месяце, да, и сразу же их раскупают. Хотя мы вот сейчас не сезон, мы работаем уже как бы на будущий сезон, на склад сейчас мы так говорим, да, но мы складываем их, храним. У нас специальный склад, где влажность, температура, все поддерживается. Но в сезон иногда бывает, что нехватка, да. Очень часто, конечно, у нас спрашивают, как можно продлить жизнь нашим унтам. Вещи как бы, ну, хочется же и долго носить. Они очень удобные же. Я вот, например, весной вообще очень трудно расстаюсь с унтами. Поэтому унты нужно, ну, и правильно хранить, как я уже говорила, да. А мы еще и реставрируем унты. Мы заменяем подошву, можем заменить. У нас есть отдельный... Ну, цех небольшой, который реставрацией занимается. Можем заменить какие-то поношенные уже камусы. Ну, бывает, что они изнашиваются. И полностью можем реставрировать. Это, обращайтесь к нам, у нас есть цех, который может вам помочь в этом деле и продлить жизнь вашим унтам. А гармошки, кстати, бывает, это потому что она вам немножко не подходит, ну, узковата. Ну, есть люди, которые любят, чтобы вот совсем прямо плотно к икре прилегало. Тогда, когда сильно плотно прилегает или много там, ну, холодно же, одевается хорошо, она немножко оседает, и вот образуются такие складки. Ну, немножко их нужно расширить. Бывает, что люди носят и немножко, ну, пятку стаптывают или что-то. Тоже можно отреставрировать. Есть мастер, который может отреставрировать вам. Будут у вас унты как новенькие. Еще можно будет их поносить. Главное условие, конечно, это унты должны быть нашего производства. На всех унтах наших есть контрольная лента, по которой мы можем определить, наше производство или не наше производство.